А вы знали, что мочки ушей имеют связь с тем, как человек проявляет себя в любовных отношениях? С помощью этого простого теста вы сможете определить свои перспективы в любви и протестировать знакомых. Проверьте, насколько все описанное далее соответствует действительности. Первый вариант. Мочки ушей большие и толстые. Это верный знак того, что вы достаточно популярны у противоположного пола и, скорее всего, имеете много поклонников. Если в какой-то момент у вас рушатся любовные отношения, то вы тут же с невероятной легкостью получаете новые. После всех уроков любви, которые преподнесла вам жизнь, вы со временем найдете себе того, кто будет лучшим для вас и подарит вам счастливую жизнь и гармоничный брак. Короче говоря, вы всю жизнь будете окружены любовью. Вариант номер два. Мочки ушей слегка вытянутые и узкие. Скорее всего, крепкие любовные отношения не являются для вас очень важными, да и самой любви вы не придаете большого значения, потому что вы знаете, что можете с легкостью достичь всего, что пожелаете. Поэтому вам нравится иметь больше свободы и оставаться холостяком. Даже если вы находитесь в отношениях в данный момент, вам не нравится быть слишком сильно привязанными к партнеру. Вам больше нравится поддерживать небольшую дистанцию. Вариант номер три. Крохотные мочки или уши практически без мочек. Если у вас маленькие аккуратные ушки, то вы бесхитростны, как дети. Вы чрезмерно преданны своему партнеру, который с большой долей вероятности заставляет вас страдать. Важно помнить одну вещь. Вы должны быть осторожны, потому что люди могут использовать вашу бесхитростность. Вариант номер 4. Раздвоенные мочки. Если у вас такая мочка уха, то, скорее всего, вы великолепны во всем за исключением любви. Велика вероятность того, что в данный момент вы нестабильны в своих любовных отношениях. Осторожно, не разбивайте слишком много сердец. Напишите в комментариях, какая у вас форма ушей. Согласны вы с этим результатом? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые прикольные тесты. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!